Здравствуйте, меня зовут Элина. Если вас интересует идея использования жмыха после соковыжималки, то на моем канале уже есть плейлист, где я собрала полноценные рецепты со жмыхом, а также видео с идеями его использования. Этот плейлист я планирую пополнять, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Жмых у меня преимущественно морковный, с совсем небольшим добавлением яблочного. Давайте приготовим сырный соус с морковным жмыхом. Для этого в кастрюльку я помещаю жмых, заливаю его молоком и провариваю его на медленном огне примерно 15 минут под закрытой крышкой. На мелкой терке натираю твердый или полутвердый сыр. Проваренный жмых я еще дополнительно пробью блендером, но этого можно и не делать. Добавляю красный молотый перец, кусочек сливочного масла, немного натертого сыра и размешиваю все до растворения сыра и масла. Если сыр растворяется плохо, то кастрюльку можно вернуть на огонь. Я довожу соус до кипения, варю одну минутку и снимаю с огня. Соус получился, пока еще он очень горячий, поэтому вот такой жидкий. Когда он остынет, станет гуще. С этим соусом можно подать отварной картофель или со спагетти. Морковь и сыр – прекрасное сочетание. Я ничего не сказала насчет соли в соусе, но это будет зависеть от вашего сыра, так что солите по вкусу. Следующая идея – это суп с фрикадельками. Берем мясной фарш, добавляем туда перемолотый в блендере лук, красный молотый перец, солим по вкусу и добавляем столовую ложку морковного жмыха. Теперь фарш тщательно вымешиваю. Побросаю его немного об дно миски, чтобы волокна фарша лучше сцепились между собой, фрикадельки не разваливались. Из фарша я скатываю мясные шарики размером примерно с грецкий орех и отправляю их в кипящий суп. Немного помешаю их ложкой, чтобы они не пристали ко дну. И варю суп до готовности. Суп сварился. И вот посмотрите, какая пестренькая получилась фрикаделька. В ней отчетливо видны оранжевые вкрапления моркови. Давайте ее разломим и посмотрим. Вот посмотрите. А вот в тефтели, который я сейчас приготовлю, жмых я добавлю дважды. Сначала я добавляю протертый лук, соль, перчик по вкусу и замоченный и отжатый белый хлеб. Теперь жмых. А дальше поступаем как с тефтельками. Фарш как следует перемешиваем, побросаем его об дно миски, наделаю шариков, обваляю их со всех сторон в муке, излишек муки стряхну и обжарю их на сковороде со всех сторон на разогретом растительном масле. Пока тефтельки обжариваются, приготовим соус. Кладем в миску муку, заливаем водой, размешиваем венчиком, чтобы не осталось комочков. По вкусу солю и опять жмых. И размешиваю. Обжаренные тефтельки заливаю соусом. Довожу до кипения, убавляю огонь на минимум, накрываю крышкой и тушу минут 10. Тефтельки у меня получились. Давайте разломим и посмотрим, как они выглядят внутри. Вилка разламывается прекрасно. Видно, что структура очень нежная. Сочная, посмотрите. Ну и, конечно, вкрапления моркови очень даже заметны. Подать эти тефтельки можно с любым гарниром. Сегодня у меня кускус без варки. Кстати, ссылочку на этот рецепт я оставлю внизу в описании под видео. В общем, морковный жмых можно использовать во всех тех блюдах, куда вы обычно кладете морковь.